Интересно, а диабетикам можно желать сладких снов? А если пукнуть под одеялом и нырнуть туда с головой, это считается отравлением углекислого газа? Или свой углекислый газ не углекислый газ? Если в самолете играют в аэрохоккей, то в аэропорту делают аэробику? Если она морячка, а он моряк, то до этого они были пчелой и пчеловодом? Твою мать, я сломал систему! Получается, что все доярки — это просто зоофильные извращенки, которые ради удовольствия мацают коров за титьки? А если послать математичку в задницу к Пифагору, она найдет там сумму квадратов катетов и длину гипотенузы? А что, если конец света все-таки случился, мы этого не заметили, попали в ад, и нас теперь заставляют смотреть ролики из ТикТока? Господи, твою мать, я догадался, я все спалил! Света, клиент пришел. У меня обед, блядь, Марин. По записи. Света, что, не мало с папой за обед работать? Бля. Что с волосами-то другого мастера была? Еще раз, блядь, я тебя больше не приму. Так, что делаем? Я хотела амбре. Это что, прошло век, я в Молдову ездила ртать, будем делать. Все реально пойдем, конечно. Сюда, иди сюда, смываем, сейчас пигмент не возьмется, ты не держишь. Давай, головку. Ну вот, ну то есть другое дело. Нормально, да? Артач, подожди, еще кончики постригу минутку. Ну вот, Натусь, вот оно. То, что надо. Девочки, мальчики, идите сюда. Объективно лучше, да, чем было. Ты еще масочку посоветуй, все, давай, через месяц жду тебя. Все, улыбайтесь. О, конопля. Да вон, вон, вон за вами. Ты, блин, напугала. Думала, опять увязалась за мной. На измене из-за нее все время. У меня уже из-за нее паранойя. Есть не хочешь? Нет. Ну, рассказывайте. Тыкву надо выбирать как женщину. Да как? Чем меньше в ней было пестицидов, тем лучше. Но все равно никогда правду не узнаешь. Скажут, что три. Ну и что, меня притащили сюда? А это секс-эксперимент социальный. Какой? Секс-эксперимент. Ну? О чем? Форма баклажанов и кабачков вызывает у женщин платоническое желание. Провалился эксперимент. Откуда знаешь? Чувствую. Ну, тогда нам делать больше здесь нечего. Пошли. Надо тыкву взять. Лечь накрутим. Приехала покататься вот на этих замечательных лошадках. И Бымышкин? Скажите честно, вы встроили мне GPS и следите за мной? Но как бы я вам его встроил, если между нами ничего не было? Ну так а что вы здесь делаете? Я хотел как принц на белом коне к вам подкатить. Так здесь одни коричневые. Ну и я не Брэд Питт. Ну ладно, тогда покатайте меня на коне. Угу, сейчас, я только начну, вы меня опять ударите. Ну я же сюда ради этого и приехала. Что, правда? Правда. Эх, гуляй, рванина! Да что ж такое-то? Что ты опять себе придумал, придурок? Ну вы же сами про коня намекнули. Я когда говорила про коня, коня и имела в виду. Да что ж такое-то, вас баб вообще не поймет. Да пошел ты! Помоги. Ну подождите, поставьте пятерочку в приложении по-братски. Мне кажется, я поняла, почему у нас нет парней. Но тебе это может не понравиться. Говори. Дело в нас. Нет, не может быть такое. Нужно понять, что конкретно в нас не так. Мы красивые. Умные. Да у меня 9 классов образования. Я откуда вы должна знать, что голубей нельзя есть? Богатые. Ого, вот эту. Не-не-не-не-не-не. Балтику семерку не будем брать, там Жигули по акции. Объективно молодые. Смотри, какую приколюху нашла. Упадешь. Давай наливай. А? Ай! Сексуальные. Определенно. А стринги это что, трусы, что ли? В морозилку их не наденешь. Угу. Вот это трусы. А, я поняла. Ну мы идеальные. Да, да, да. Но мужики просто боятся сильных женщин. Точно.